Всем доброго времени суток! Представляем вашему вниманию популярных украинских актеров и актрис, которые навсегда ушли из российского кино. А жаль, по разным причинам. Станислав Баклан. Нет ролей в российском кино после 2015 года у Станислава Баклана. Он выбрал родину и теперь снимается только исключительно в украинских проектах. А ведь этот актер отлично сыграл в фильме «Битва за Севастополь», да и во многих других кинокартинах. Анатолий Пашинин. Актер Анатолий Пашинин также больше не снимается в российском кино. Харизматичный актер стал популярен благодаря ролям в российских картинах «Расплата», «Грозовые ворота», «Закон мышеловки», «Говорит полиция». Эти и другие фильмы очень полюбили зрителю. Впрочем, карьера на родине у актера пока не сложилась. Как он говорит, он в поисках себя. А также стало известно, что Анатолий воевал на Донбассе на стороне украинской армии. Наталья Васько. Актриса Наталья Васько сделала выбор между российским и украинским кино в пользу последнего. Свою карьеру она начинала в родной Украине, а позже она переехала в Россию. Здесь Наталья снималась во многих сериалах, в том числе «Верни мою любовь», «Возвращение Мухтара», «Вера, надежда, любовь». В 2015 году она вернулась на родину, и с тех пор в российских кинопроектах она не участвует. Алексей Горбунов. Алексей Горбунов может похвастаться довольно обширной фильмографией. Он весьма востребованный и талантливый актер. Кроме того, у него есть опыт съемок и в зарубежном кино. Однако после 2015 года Алексей не имеет никаких контактов с российским кино. Последней русской картиной, в которой он снялся, стала картина «Алешкина любовь». На сегодняшний день он исключительно снимается в украинских сериалах и считает себя и называет себя исключительно украинским артистом. Ольга Сумская. Украинская красавица-актриса Ольга Сумская снялась во множестве российских кинопроектов, в том числе «Возвращение мушкетеров», «Ефросиня» и многие другие. Ольга призналась, что из-за политической ситуации ей пришлось отказаться от съемок в России. Завершив все дела в России, она навсегда покинула эту страну. Сейчас Ольга, которой 55 лет, снимается исключительно в украинском кино. Всем большое спасибо за внимание, всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока.